Всем привет! В сегодняшнем видеоролике я вам покажу крутой скрипт для пиги. Для этого нам, как всегда, потребуется чит. Буду использовать Splash. Также ссылочка на него, как всегда, будет в описании. Первым делом, что нам нужно сделать, это, естественно, скачать чит. После этого его открыть и нажать на кнопочку Inject. Ждем, пока мы с вами заинжектимся. Все отлично, инжект прошел. Вставляем скрипт из описания и нажимаем на кнопочку Exclude. Все отлично, он появился. Нажимаем на кнопочку Play. Игра, скорее всего, будет идти. Ага. Она идет, я появился, меня сразу убили. Круто. А появиться еще раз смогу? Нет, не смогу. Ясно. Короче, ладно. Тогда давайте посмотрим функции. А тут же можно как-то следить за игроками? Или нет? Да, можно следить. Все отлично. Значит, заходим в Visual, вкладочка, и здесь можно включить SP. SP игроков, получается, которые сейчас есть, которые живые, и SP, получается, убийц, которые охотятся на обычных игроков. Как я понимаю, их трое. Чё-то, конечно, много, но ладно, в принципе, не суть. Также есть SP items. Как видите, довольно много предметов, которых можно подобрать. Но зато вы будете знать, где они лежат. И, кстати, как видите, предметы, они подписаны. В принципе, очень удобно. Игроков, в принципе, SP тоже можно выключить, чтобы не мешали они нам. Ждем, получается, когда закончится игра. Давайте посмотрим, что здесь еще есть. Как я понял, получается, на кнопочку Rainbow можно изменить цвет вот этой полосы, которая здесь есть. Это типа расстояние. Как видите, цвет она меняет. В принципе, довольно прикольно. Ну, давайте выключу, пусть красным лучше будет. Мне кажется, так намного удобнее. Телепорт есть. Как я понимаю, работает через клик. Вы включаете клик-телепорт, кликаете куда-то и тпхаетесь. Но сейчас я убит, как видите, показать вам не смогу. А также можно, получается, тпхнуться к игроку, пишите его ник и тпхаетесь к нему. Кстати, можно даже попробовать это сделать. Не знаю, получится или нет. Давайте попробуем написать ник. Конечно, ник у него довольно странный, у убийцы. И посмотрим, получится у меня сейчас тпхнуться или нет. Так, плохо видно, ну ладно. В принципе, думаю, правильно напишу. Все готово. Написали ник. И, как видите, тпхнуться все-таки не получается. Нужно, чтобы я был живой. Окей, также здесь есть локация. Как я понимаю, вы выбираете локацию, и на эту локацию вы тпхаетесь. А, нет, это не локация, это айтемы. Извиняюсь, это получается, вы тпхнетесь именно к какому-то предмету. Допустим, можно выбрать ган. И, по идее, вы должны тпхнуться к нему, когда будете живым. Так, ладно, давайте сейчас начнется новая игра. Мы с вами продолжим и посмотрим оставшиеся функции. Так, все, мы продолжаем. Сейчас я уже появлюсь. Здесь, получается, нужно выбрать нам карту. Ну, давайте выберем... Даже не знаю, ну вот, за что больше голосов. Хаос, дом, получается. Дом давайте выберем. 6 игроков получается всего лишь. Все отлично, карта дом выбрана. И дальше мы выбираем, что за режим будет. Все голосуют за какой-то трейтор. Это убийца. Не знаю, один он будет или больше. Давайте выберем его. Все голоса за него почему-то отдали. Скорее всего, самый популярный режим. Так, все, сейчас касцена закончится, и мы с вами продолжим смотреть функции, которые не досмотрели. Долго что-то она идет. Все отлично. И давайте сразу сейчас попробуем тпхнуться. Не знаю, получится у меня или нет. Игрок, кстати, тот не вышел. И почему-то тпхнуться я не могу. Ну ладно, в принципе, не суть важно. Давайте попробуем тпхнуться к предметам каким-нибудь.
И проверим клик телепорт. Ага, клик телепорт, как видите, не работает. И походу ТПМ на вещи тоже не работает. Печально. Ну ладно. Также есть ноуклип. Ноуклип тоже не работает. Infinity Jump тоже. Fly тоже вроде бы не работает. Ладно, идем дальше. Также смотрите, у меня здесь есть какая-то энергия. Можно сделать, чтобы она была бесконечная. Нажимаем на Infinity энергию. И почему-то она бесконечной не становится. Прикольно. Но если что, до записи видео я проверял. Все работало. Скорее всего, из-за того, что меня убили, немного скрипт сломался. И из-за этого многие функции, наверное, перестали работать, как я понял. Можно капканы поставить. Давайте это сделаем. Все отлично. И попробуем опять Infinity энергию включить. Не работает. Ладно. Давайте посмотрим кнопочку Remove Doors. Получается, дверь должны пропасть. Получается, двери должны пропасть. Но, как видите, не пропадают. Короче, давайте я сейчас тогда перезайду. И заново быстренько проверим все функции. Все, я перезашел. Заново, значит, инжектимся. Ждем, пока инжект пройдет. Также, как видите, иногда может вылезать такая проблема. Если у вас также вылезла ошибка, смотрите, что нужно сделать. В нижней панели на компьютере навестись на иконку Roblox и через крестик закрыть. Все отлично, заново инжектимся. И как видите, сейчас получилось заинжектиться. Все, активируем скрипт. Сразу давайте включим SP, чтобы увидеть убийц. Так, и давайте сразу тогда включим ноуклип. Хотя, не, лучше сразу не надо. Вдруг мы за карту упадем или еще что-то. Так, все, включаем ноуклип. И как видите, сейчас он работает. Я упал. Кстати, я мог успеть Infinity Jump включить, но что-то я не включил его. Весело. Ну ладно, больше перезаходить не буду. В принципе, в основном все функции показал. Которую функцию не показал, я думаю, вы в принципе сами сможете посмотреть. Тут сложного ничего нету. Кому понравился скрипт, можете поставить лайк, подписаться на канал. С вами, как всегда, был Избан. Всем удачи и пока.